играли в карты, играли на людей. Что, если тебя козлом обзовут, скажи сам, козел. Но если тебя коммунягой обзовут, надо лезть в морду. Если двинул фуфло, он уже опущенный. От борта к борту, вот, человеческая блевотина. Здесь никаких понятий нет. Если, как говорится, идти к пуле, так своими ногами, а чтоб не тащили обоссанный матрас. Варьё были хорошие люди. И мы больше не слышали своей фамилии, имя, только по номерам. Мама в красном платье пришла на свидание. Нельзя идти. Какая разница, где я нахожусь? Я же расту. Петербург, следственный изолятор номер 5. В Просторечии женская тюрьма. Камера для малолеток. Когда входят представители администрации, девочки должны встать и построиться. В камере магнитофон, радио, книги, в основном классика и Библия. Есть даже черный котик. На всякий случай, чтобы крысы-мыши не заводились. Здесь можно играть в мячик, качать мышцы, смотреть телевизор, можно наводить макияж, можно читать гороскоп. Одного только нельзя. Выйти за пределы этой камеры. В четверг ты чувствуешь активность внимания окружающим. Деньги с 22 июня можно готовиться к отпуску на берегу моря. Средний возраст сидящих здесь 16 лет. Большинство из неблагополучных семей. Как правило, эти девочки обвиняются в грабежах или воровстве. За мелкие преступления сейчас малолеток стараются не сажать. Некоторые из них были вынуждены воровать, чтобы не умереть от голода. Многие только в тюремной камере приобрели человеческий вид, а до этого были бродяжничество, проституция, пьянство и наркотики. Артикул воинский Петра I. Это одновременно его и воинский устав, и уголовный кодекс. Первый документ, где говорится про несовершеннолетних преступников. И как говорится, наказание воровства обыкновенно умаляется, ежели вор будет младенец, которых, дабы заранее от всего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть. То есть розгами, дескать, господа родители, парите сами своих детей. Разумно, 1715 год. Но вот с какого возраста начинается уголовная ответственность для юных преступников, об этом император не сообщил. Первая известная нам малолетняя преступница России, 1741 год, 14-летняя крестьянка Федорова, убила двух своих подруг. Решение о ее судьбе рассматривал Сенат. Сенат и указал, что малолетство, как для мужеского, так и для женского пола, следует считать до 17 лет. Малолетних нельзя было в России ни казнить, ни пытать, ни бить кнутом. Им полагались плети и монастырь с тяжелыми работами. Указ Екатерины II от 1765 года. Дети младше 10 лет вообще не подлежат уголовной ответственности. Сегодня несовершеннолетними считаются подростки, которым на момент преступления было от 14 до 18 лет. Исправительная колония в Колпине. Можно сказать, образцово-показательная, похожая больше на пионерский лагерь. Родительский день. Мамы, папы, сестры, возлюбленные и даже дети приезжают в гости к воспитанникам. Идиллическая картинка. Мальчики и девочки держатся за руки, обнимаются, гуляют. И не подумаешь, что большинство из них – воры, убийцы и насильники. Если бы не было бы оружия, мне было бы гораздо страшнее. Если бы было бы оружие, потому что оружие может быть когда-то против тебя же повернуто. А здесь нет, здесь нет. Здесь они и чувствуют это по-другому. Вова за работой, клеит игрушки для детишек. Мальчик из хорошей семьи, он сидит уже больше 2 лет. Статья очень тяжелая. Сидеть долго. Какая разница, где я нахожусь? Я же расту. Значит, нужно совершенствоваться здесь. Здесь много причин. Можно, во-первых, это улучшение отношений со всеми. Это для самого себя, для души тоже. Потом для родителей тоже. Они тоже на меня надеются все-таки. Надо же как-то их оправдать.
них надежды. Но потом хочешь побыстрее у тебя. Так, как бы, смотришь, что ты делаешь, что ты исправился, как бы, может быть. Вова – отличный производственник, художник, активист, одним словом. Участвует во всех мероприятиях колонии. Здесь никто не вспоминает, какая у него статья. Здесь вообще не принято говорить, кто какое преступление совершил. Чем реже подростку напоминать о том, что он преступник, тем больше шансов, что он исправится. Такова педагогическая концепция, изобретенная 80 лет назад. Им порой самое главное – побеседовать. Не так нужно что-то от воспитателя, как побеседовать, просто поговорить хотя бы какое-то время. Потому что там он, на воле, ему никто не слушал. В школе он плохой, он там двоечник или хулиган. В детской комнате милиции он тоже хулиган. А родителям он не нужен, потому что они пьют, либо наркоманы. Либо бывают хорошие семьи, но вот некогда, деньги надо зарабатывать. А они недопонятые, недослушанные, педагогически запущенные дети. Одна минута, две секунды, значит, поднимаем ноги 7 раз. Подтягиваем приказ. Вот педагогически запущенные, но физически очень развитые детки лет 18 на физкультуре. Полоса препятствий. Это они готовятся к соревнованиям между отрядами. Все серьезно, засекается время, к старту допустят только лучших. Просто спортивный лагерь, а не колония. Единственное отличие – наколки на телах накачанных подростков. Самое популярное – роза ветров на коленке. Означает «не встану на колени перед законом». Один раз я попал. Да, я вот и поэтому загнила. У тебя было минута 7, отгнила, минута 6. Реально. Так, зубенья. Вообще, как бы, с такой статьей только там стройбат. Вот. Я бы хотел пойти, выйду, попытаюсь пробиться. Потому что у меня отец офицер, дедушка офицер, отец отца тоже офицер. Не то, что семейная традиция, а как бы у меня стереотип такой, что как бы каждый мужчина должен пойти в армию. Это школа жизни основная. Вот дела 1823 года, пушкинское время. 14-летний дворянин по фамилии Гринев за написание воровских паспортов, то есть подделку документов, публично порот розгами при всех. А его ровесник, такой же 14-летний Федоров, только уже не дворянин, а крестьянин, за то же самое преступление бит плетьми и сослан в Сибирь на вечные каторжные работы. Ну где тут равенство? А вот более позднее, уложение о наказаниях, 1883 год, цитата. «Малолетний от 10 до 17 лет, признанный действовавшим с разумением, подлежит вместо смертной казни или бессрочной каторги тюрьма на 10 лет. В тюрьмах содержатся отдельно от взрослых». Если взрослая зона – это мужики, которые прошли, пускай там огонь, воду и медные трубы, и это уже взрослые мужчины, это мужчины, которые, как они говорят, живут по понятиям. Здесь никаких понятий нету. Здесь только эмоции, это дети. Это дети во всех отношениях, дети. С неустоявшейся психикой, неустойчивые, и всплески могут быть разные, непредсказуемые. Заходишь в камеру, на тебя смотрят 30 лысых голов с пальмами, то есть как пальма, третий ярус считается, вот. Где-то там играет музыка, прокурина, кто-то на корточках бегает, там, где-то кого-то забивает, где-то кого-то лишает мужского достоинства. Как сказать? Ну, общепринятое выражение пускают. За пачку печенья? Я не хочу этого говорить. Можно было лишить кого-нибудь девственности. Понимаете? Ну, вы понимаете меня. Там, за горсть конфет, там. Ну, во-первых, не кормили. Ну, передача 8 килограмм, ну что это, мама привезет. Во-первых, передачу ты получил, ты сразу ее в столовую, должен ее сразу съесть. Вот как было раньше. Если ты ее не съел, остальное все в мешки, там, в кладовку, там все это, конечно, пропадает. Вот и все. И вот они все бедные обожрутся, тут же и рыба, и молоко, и конфеты, и печенье, и мясо, и колбаса. Ну и что в организме будет? Ничего. Виталий сидел в той самой Колпинской колонии по малолетке в 1984 году. Потом освободился, пошел в армию, был на таджикско-афганской границе, сослужил орден. А сейчас снова сидит, уже на взрослой зоне, другой. Срок 16 лет. Отбыл уже 10. Умеет все, цветы выращивать, песни петь. В его отряде образцовый порядок.
малолетку Виталий до сих пор вспоминает с содроганием. Умерло у нас два пацана. Один задохнулся. Да, это прям я помню, Колька Николаев. Уснул, то ли на плитку вата упала, то ли чего, и задохнулся дымом. А один, вы поверите мне, не поверите, не знаю, ну, может, спросите у чего-нибудь кого, один просто объелся. С передачей? Да, просто объелся, и за ворот кишок, да, и не успели довезти. Умер. Ну, а так что, да, конечно, не кормежки. Ну, 36 копеек в сутки для малолет, для растущего организма. Ну, столовой вода и кусок теста вот так брошенный туда. Вот приходишь, посмотрел и обратно пошел. Не простынешь? Сейчас в Колпинской колонии ничего похожего нет. Каждый день фрукты и сладкое. Почти 250 парней делятся на два отряда. Воспитатели в каждом отряде подвое, и это женщины. Жанна Решетникова работает здесь третий год. До этого преподавала в школе биологию и служила в МЧС. У Жанны в отряде больше 100 человек. Разбойники, бандиты, убийцы. Так, разбойники, бандиты, убийцы, да это же отморозки, да это нелюди. Это пока не работаешь с ними, пока не открывается их душа. И потом думаешь, насколько же это больной человечек. Это, знаете, как саженец, который с самого малолетства начинает есть какой-то червь. У него сжигаются листики, корешки. Сжигается все внутри, и вот его хотят вырубить, выкосить, он не нужный. А он берет и какой-то свежий корешок прорастает. Сейчас максимальный срок для несовершеннолетних 10 лет. 100 лет назад возраст тоже был смягчающим обстоятельством. В 1905 году во время восстания на крейсере «Очаков» вместе с лейтенантом Шмидтом был его сын, 16-летний Евгений. Евгений тоже был арестован, но поскольку не достиг дееспособного возраста, через 40 дней его освободили. А руководителей восстания, и в том числе его отца, Петра Шмидта, расстреляли. Цитата. 1910 год. Профессор Познышев. «Детская преступность и меры борьбы с нею». Дети, совершающие преступления, в большинстве случаев слишком рано начинают жить половой жизнью. Девочки с 14, иногда с 12-13 лет, а иногда даже ранее. Собственно, за 100 лет ничего не изменилось. А вот следующий кадр, видимо, был уникальным. Мальчик, которому не было и 15 лет, совершал крупные кражи, отлично одевался, предавался кутежам, имел две квартиры и содержал двух любовниц. Одну 20 лет, а другую, еще не достигшую 15. Видимо, был талант. Чем занимаешься? Я гулящ. 17-й год. Революция. Свобода. Большевики отменяют суд и тюремное заключение для малолеток. Что в итоге? В полуразрушенной воюющей стране не бум, а взрыв детской преступности. Десятки тысяч беспризорников. Они сбиваются в стаи, живущие по своим законам. Попадают, естественно, под влияние взрослых преступников. Кражи, грабежи. Но суды для малолетних отменены. И все сходит с рук. 20-й год. Главный чекист Дзержинский, прочтя сводку о том, что творится с детьми, приходит в ужас. Он берет на себя ответственность за борьбу с беспризорностью и детской преступностью. В Полтаве создана первая трудовая колония для детей. Во главе поставлен профессиональный учитель Антон Макаренко. Это был совершенно новый опыт в мировой педагогике. Как управлять детской колонией, никто не знал. Не было прецедентов. Макаренко могли запросто убить озверевшие малолетки. Знаем твои коммуны! Огонь к черту твоей матери, да? Чем тут наставить? Чем кормить будешь? Чертовой мать! Ладно. Поедем в твою коммуну. Уговорил. Об этой колонии потом Макаренко написал книгу «Педагогическая поэма». В 31 году по ней поставили фильм. Самый первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь». Он был куплен в 26 странах. А кто не хочет работать, кто хочет бузить, пусть уходит. У Макаренко были свои методы воспитания. Главное, воспитанникам никогда не напоминать об их прошлом. Он даже не брал в руки личные дела колонистов, где описывались их преступления. Искренне считал, что не имеет права этого знать. Давай, гуляй. Кто были, туда поступал, Макаренко никто никогда не говорил.
была ли ты проститутка, был ты вор и так далее. Вся твоя биография осталась за порогом. Ни у кого никто не спрашивал. Иван Токарев, один из трех оставшихся колонистов Макаренко. 1932 год. Ему 13 лет, семью раскулачили. Забрали дом и даже одежду. Страшный голод на Украине, искусственно созданный советской властью. Сначала у Вани умирает брат, потом мама. То что хлебные очереди были такие, станешь утром, а часам трем, только четырем вот, дня можешь получить пол булки хлеба. В одной из этих очередей вот, подъезжает машина с милицией и оцепляет, и берет с очереди малышей там таких, и в том числе меня, в будку и увезли. И говорят, куда, не знают. Все говорят, это, говорит, куда-то там уморить детей, чтобы меньше было беспризорных. Из детского дома Ваня Токарев попал в Прилуки, в коммуну имени Дзержинского, созданную Макаренко. Здесь жили не только малолетние преступники. К воротам колонии приходили голодные дети, оставшиеся без родителей. Здесь никому не отказывали. Нормальный быт, горячая пища и чистая постель. Эти прозаические вещи для многих в Украине тогда были сладкой мечтой. И там выступил Макаренко и сказал, вы попали, ребята, в беду, вот. Но я вам помогу, вот. Вот у меня школа есть, вот работа. Здесь завод фотоаппаратов, а здесь завод электросверлилок. Нас ребята посмотрели, мы на них вот хорошо одеты были, вот. Гимнастерочка, полувоенные брюки, гамаши, ботинки, тюбетеечка. Коммуна Макаренко находилась на полном самообеспечении и полном самоуправлении. К воспитанникам никогда не применяли никаких штрафных санкций. Их перевоспитывали совсем по-другому. Вилки и ложки кто-то спер. Если не найдутся, вычтем из вашего жалования. Хроника 26-го года. Отловленные на улице беспризорники трудятся в детской колонии. А это 2006 год. Детишки от 14 до 21 года обеспечены работой, клеят игрушки. Получают около 2000 рублей в месяц. Деньги идут на счет. Их можно тратить, можно копить до выхода на свободу, можно отдать родителям. Некоторые мамаши так и делают. Посещают колонию раз в месяц, забирают деньги и, не повидавшись с сыном, уезжают. Кстати, раньше в Колпинской колонии подростки делали гробы. Получали за это по рублю в день. Вот кое-что из статистики сегодняшнего дня. Больше всего преступлений подростки совершают от 8 до 9 часов вечера. Ну, это понятно. Самый спокойный в этом смысле день недели – понедельник. Что приятно, в учебное время они совершают только 7% преступлений. Значит, все-таки еще учатся. Ну и, наконец, самый криминальный месяц – это месяц март, когда в крови у котов и подростков самое высокое содержание мужского полового гормона – тестостерона. У малолеток на зоне свои порядки, своя иерархия. Свои вожаки, свои изгои. Официально считается, что в Колпине на зоне обиженных, опущенных нет. На самом деле есть. Находиться рядом с ними западло, касаться их посуды, их вещей нельзя, как и у взрослых. Они выполняют самую грязную работу. Их легко отличить от остальных. Как правило, они одеты неопрятно и не следят за собой. Отрядами руководят неформальные лидеры. Здесь их называют бугры. И как и взрослые воры в законе, бугры сниматься отказываются. Западло. Вызываешь бугра, общаешься с ним, разговариваешь и говоришь, я недовольна. Бугру или старшине это не нравится, потому что тут может пострадать его УДО. Он страдает, а страдает, если он страдает, тогда уже, естественно, он сделает все для того, чтобы отряд подтянуть. Не положено, чтобы воспитатель один или кто-то, вот я сказала, вот, отряд там, например, он стоит на построении, идите. Я скажу, я могу сказать, идите, но дублирует фразу бугор. Он приказывает, и они идут. Сегодня колонии для малолеток рассчитаны на 25 тысяч человек, но содержится в них только 14 тысяч. Лишь каждый четвертый, совершивший преступление пацан, садится, а девчонки и того меньше, каждая шестая. Чаще дают условный срок.
Сусанну Пичура арестовали в 52-м году. Ей было 17 лет, 10 класс. Статья страшная по сталинским временам. 58-я. Мы понимали, что мы ничего не можем сделать, но считали необходимым хотя бы объяснять людям, что происходит на самом деле. Что никакой диктатуры пролетариата нету. Что есть тирания, что есть диктатура одного человека, которому мы определяли это как бонапартизм. А что выборов никаких нету, один из одного – это не выборы. А что коллективизация на самом деле обернулась уничтожением крестьянства и так далее. Подпольный антисоветский кружок. Настоящий, а не придуманный органами. Бориса, возлюбленного Сусанны, и еще троих мальчиков расстреляли. Сусанне и остальным дали по 25 лет. Полтора года девчонка провела в одиночной камере. Взрослый может сидеть в одиночке. Ему есть о чем думать и что вспоминать. А подросток ни опыта, ни знаний, которыми можно было как-то заполнить, очень, очень тяжко. Я, правда, себе придумала. Я помнила расписание школьных уроков, я каждый день себе как бы устраивала уроки по расписанию. Повторяла все, что я помню по каждому из этих предметов. Умная девочка из хорошей семьи в январе 52-го года оказалась в условиях почти нечеловеческих. В камерах сидели все вместе. Взрослые малолетки, политические и уголовники. Постоянные допросы, скудная пайка, запрет на передачи и письма с воли. Даже в Лефортове там был, например, такой замечательный старший надзиратель, который приходил. Я ревела в камере. Довольно часто он, бывало, откроет кормушку. Чё ревешь? Чё ревешь? Твои сидят, не ревут, привет тебе шлют. Всё, захлопывается кормушка. Один раз он так открыл. Ты чего? Чего такая грустная? Я говорю, мне сегодня 18 лет. Ушел, через некоторое время открывается кормушка, кулек печенья. Сует его в кормушку, захлопывает кормушку, начинает громко орать. Ах, я старый дурак, я камеру перепутал. Ага, значит, увидел, что кто-то заметил. Потом были лесоповал, общие бараки, голод и цинга. И друзья, такие же политические. И бесконечные лагеря, этапы, тюрьмы, пересылки. Бутырка, Лефортово, Владимирский Централ, Евас, Инта. Далеко не полный список тюрем и колоний, где она сидела. Был у нас, например, начальник конвоя, который там приказал нам, застрелил девушку, которая оставалась 2 месяца до свободы. Он ее застрелил, приказал нам перенести запретку, чтобы это было как будто она попытка бегства. Вот были и такие, и их ненавидели. А остальных, да нет, ну люди же. Были люди, которых мы жалели просто. Была у нас, например, надзирательница, такая тощенькая девушка, сися зеленая, она из колхоза своего сбежала, круглая сирота, у нее мал-мал меньше на руках оказались братья и сестры. Она завербовалась туда, надзирательница. Господи, так если кто-нибудь из нас посылку получал, так ей совали еще конфетку какую-нибудь, чтобы она отнесла своим домой. Сегодняшние малолетки вряд ли знают, в каких условиях содержались их сверстники раньше. Сегодня мальчики учатся в школе, получают государственный аттестат, в котором не написано, что они закончили школу при колонии. С ними работает психолог, приезжают благотворители с подарками, количество свиданий не ограничено, а те, кто сидят на льготном режиме, вообще могут уходить домой на выходные. Над колонией все время гремит музыка. Это в комнатах у пацанов играют магнитофоны. Кормят хорошо, но все равно... Зона остается зоной. На самом деле ужас заключается только в одном. В том, что человек сидит в клетке. Что человек не имеет никаких прав. А сама по себе жизнь, она жизни есть. Вот говорят, посадили, его там бьют и все. Если бы и не били, то что?
посадили. Ведь есть наказание, лишение свободы. Вот это наказание. А уж там какие там условия, это уже детали. Барьё были хорошие люди. Собственно говоря, они... И главное, все грамотные. Все, кто на гитаре, кто на чем играет, кто поет. Вот какие-то самородки люди были. Вот я сейчас помню Марченко, Цыбуля, Сашка. Вот они были в Варьё, заходишь в барак, у них там ковры на стенках и все. О, заходи. Они, заходи, чай пей, что хочешь. И кто-то тебя, допустим, обидел, только приди, скажи, все, накажут.